На сайте Ивановского областного союза рабочих появилась новость о том, что завод «Автокран», являющийся одним из лидеров на крановом рынке в России, останавливает свою деятельность. Завод, совершающий поставки продукции более чем в 70 стран мира, переживает сейчас не лучшие времена. Конфликт рабочих и дирекции предприятия длится не один месяц. Главная проблема, как водится, финансовая. Зарплату сотрудникам предприятия начали задерживать еще с ноября. К февралю ситуация только ухудшилась. Часть сотрудников была уволена. Рабочая неделя оставшихся автокрановцев сократилась до 4 дней. Такое положение дел, естественно, вызвало ряд недовольств со стороны рабочих. Чтобы хоть как-то сгладить напряженную обстановку, дирекция завода предложила рабочим оформить вынужденный простой с оплатой 2/3 от оклада. Но рабочие отказались от такого совсем некомпромиссного предложения администрации и потребовали полной выплаты зарплаты. Однако буквально вчера на официальном сайте предприятия появилось сообщение о том, что завод готовится к поставке очередной партии машин по запросам военных организаций. Каким образом будет осуществляться подобная деятельность, пока не ясно. Да и в целом, так ли страшен черт, как его малюют? Будет ли эта ситуация временным следствием нестабильности в стране, или ивановцев скоро ждет новость о падении крановой империи, покажет только время.